Всем привет, с вами Анрайк. Вот и началось лето, и многие вышли на каникулы. Эта неделя выдалась совсем не жаркой на релизы, в отличие от погоды. Но давайте же начнем. Первой игрой июня будет Лидия. Выйдет она на ПК, Mac и мобильные платформы. Представляет собой непродолжительное атмосферное сюжетное приключение в духе To The Moon, которое погрузит вас в глубины подсознания маленькой девочки. Сможете ли вы найти монстра? 2 июня также состоится выход всеми известного файтинга Tekken 7 в версии для ПК и консолей текущего поколения. Tekken 7 – это часть знаменитой серии файтингов на Unreal Engine 4, в котором разработчики закончат противостояние двух героев – отца и сына – Казуи и Хейхачи. В этот же день выходит Tormentor x Punisher на ПК. Это брутальный твин-стик шутер, в котором ваша задача выжить и заработать как можно больше очков. Убивайте мерзких демонов, старайтесь выдержать натиск жестоких боссов, набивайте комбы и получайте апдейты для разблокировки уникальных способов убийств. И помните, один выстрел, один труп, уничтожьте всех. Дальше 3 июня состоится выход инди-игры Latia на ПК, Mac и телефоны. Игра представляет собой приключенческую JRPG с пошаговыми боями и захватывающим сюжетом. На сегодня это все, вот такая выдалась первая неделя лета, дальше будет жарче. Всем спасибо за просмотр, если видео вам понравилось, то ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. С нетерпением ждем новых игр, всем хорошего дня, играйте только в лучшие игры.